В то время, когда на заводах не хватает рабочих рук, когда треть страны выехала на заработки в Польшу, когда политические партии думают только о предстоящих выборах, команда «Граффити» живет обычной жизнью. Рома, смотри, какая хорошая погода. Пошли на улицу погуляем. Вик, да ну какая улица? На улице кругом одно насилие, драки, кровь, убийства. Кому она надо? Давай лучше дома посидим. Привет, Ромчик! Привет, Серега! Ну что ты пиво принес? Серега, пошел все магазины, пива не было, купил только вот, шампанское. Шампанское? А рыбу ты взял? Я всю неделю мечтал пиво с рыбой попить. Серега, пошел все, магазинов не было рыбы, купил вот, конфеты. Конфеты? Да ты хоть веник купи, чтобы попариться нормально. Конечно, взяли веник, на, держи. Давай, Рома, отпарь меня, отпарь. Посидим, попаримся, выпьем. В сауну? Да не, ребят, ну это надо выходить на улицу ехать. А вы знаете, что на улице творится? Кругом одни драки, насилие, смерть, убийство, кровь. Вы знаете, я этого не люблю. Да, я лучше дома посмотрю кинчик. Ну, давай, пока. Суета все это, шум. Если бы я не стал КВНщиком, подался бы себе в пастухи, пас бы коров. Что, правда что ли? Да шучу я, шучу. Козы моя слабость.